Ну, уже съемка в вечернее время. Попробуем, как снимают автомобили. Если ее использовать в качестве видеорегистратора, допустим, для велосипеда, мопеда, будем вот смотреть. Мне очень действительно, ну, плохо видно вообще, потому что экран маленький. Я качество не могу оценить, уже будем смотреть вместе на YouTube, насколько оно будет качественно. Я думаю, минутного ролика нам хватит для понять,